В Урае полицейские задержали курьера, который работал на телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МВД. Накануне в дежурную часть обратились две пенсионерки с идентичными случаями. Им позвонили неизвестные и рассказали, что внучки якобы стали виновницами ДТП. И чтобы решить вопрос, нужны деньги. Югорчанки передали требуемые суммы курьеру и только после этого обратились в полицию. В тот же день курьера задержали. Он рассказал, что нашел эту вакансию в интернете. За каждую заявку он получал 5000 рублей. Сейчас полицейские ищут его сообщников. Возбуждено уголовное дело. Фигурант под стражей. Сказали мне, что надо 2 полотенца положить, кусочек мыла передать внучке. Это я все сделала. Пришел парень, я ему отдала пакет, и он ушел. Целенаправленно и осознанно забирал денег у людей путем мошеннических действий. На сумму первый человек 114 тысяч, второй человек 75 тысяч, третий человек 105 тысяч и четвертый человек 205 тысяч.